пресных водоемах обитают разнообразные одноклеточные организмы. Если рассмотреть под микроскопом капельку воды, взятую со дна водоема, в ней нетрудно обнаружить их. Обратите внимание на медлительные, не имеющие постоянной формы, тело животного. Это амеба. Длина тела амебы едва достигает 0,5 миллиметра. В этом легко убедиться. Сравним амебу с кончиком остро отточенной препаровальной иглы. Амеба – организм одноклеточный. Тело ее состоит из цитоплазмы и ядра. Цитоплазма неоднородна. Наружный слой цитоплазмы нетрудно рассмотреть при специальном освещении. Он в виде светлой пленки покрывает все тело амебы. Цитоплазма – бесцветная жидкость, похожая на сырой куриный белок. Внутренняя ее часть более жидкая, зернистая. Она находится в движении. При сильном увеличении это явление можно наблюдать. Амеба легко перемещается в любом направлении. Движение ее напоминает движение капельки жидкости. На переднем, по движению конца амебы, образуются выступы, ложноножки или псевдоподии, в которые постепенно перетекает жидкая цитоплазма. Задний конец амебы при этом сокращается. Если посмотреть на амебу сбоку, видно, что она может не только перетекать по плоскости, а способна совершать своеобразные шагающие движения. Питание амебы тесно связано с передвижением. Питается амеба микроскопическими водорослями. Вместе с тем амеба хищница. Ее добычей становятся и микроскопические животные. Захватывая добычу, амеба постепенно обтекает ее цитоплазмой, затем обволакивает полностью. Внутри полужидкого тела амебы пища переваривается, образуется пищеварительный пузырек вакуоль. Из цитоплазмы внутрь вакуоли выделяются пищеварительные вещества. Растворимая часть пищи всасывается в цитоплазму. Вакуоль с непереваренными остатками пищи выбрасывается наружу в любой части тела. Излишки жидкости, ненужные организму вещества накапливаются в сократительные вакуоли и выталкиваются наружу. При любых неблагоприятных условиях, засухе, холоде, отсутствии пищи, амеба округляется и покрывается плотной оболочкой, цистой. С наступлением благоприятных условий амеба освобождается от цисты. Размножается амеба только в благоприятных условиях путем деления. Перед делением тело животного округляется. Появляется легкий перехват, который постепенно делит амебу на две части. Одновременно делится цитоплазма и ядро. Так живет и размножается амеба обыкновенная, один из представителей простейших животных.